Смотрите, как красиво дерево. Вот мы идем, снегом его вот так вот занесло. Вот отсюда вот как красиво. Прямо наслаждаешься картинами природы, что вот Бог создает для нас красоту такую, нам дарит. Прямо хочется сказать спасибо, что мы видим это прекрасное, красивое, что у нас есть возможность вот это все лицезреть. Вот, что для нас Бог сохраняет еще каким-то образом чудесным. Несмотря на то, что мы засоряем эту природу, уничтожаем ее, да, воду отравили уже все, химические вещества, кстати. Что мы еще живем в какой-то вот такой вот стране и в мире, в котором еще живет природа. Но ее не будет, и нас не будет, конечно. Но это все в Божьей власти, вот это все. Уникально, красиво просто, да? Картины эти неповторимые. Вот завтра уже это все растает, и уже этого не будет, может быть. Вот это вот такого, да, снега. Прямо ловишь вот каждый момент жизни. Буквально каждый момент. Вот такая красота. Вот такая вот красота. Вот такая. Вот, видите, как? Надо, чтобы прямо, да? Залепило, так залепило и держится. И ветер дует сильный, очень сильный порывистый такой ветер, холодный. И ничего, все держится, снежок держится. Вот. Но морозно. Обещают сегодня минус 14 уже ночью. Завтра будет тоже минус 14.